автошкола GC, лахтинские бани и, конечно же, единоборец. Сегодня у нас спонсоры. Ну, а я объявляю бойцов следующего поединка. Красный угол. Человек с музыкальным прошлым и железными кулаками. Маэстро! Маэстро! Громче, громче, громче! Маэстро! Маэстро вызывается на ринг. Посмотрим, что нам сбацает маэстро. О следующем бойце очень мало информации. Человек-загадка. Можно только гадать, что от него ждать. Самара! Черный угол! Самара в черный угол. Маэстро в красном. Нормальные парни, килограмм по 60 веса, 60, нет, 65, наверное, да, Саша? Наверное, да, где-то так. 65, может, даже под 70, где-то 68. Хороший вес, должны быть очень скоростные и, на самом деле, убойные. Оба в одинаковой форме, черные майка и черные трусы в белом. Обратите внимание, такого я еще не встречал. Мы их даже немножко можем путать, они смешаются в диком танце бокса. Парни реально одинаковые, реально вес, реально рост, все четко. А теперь посмотрим, как они подготовились. Ваши прогнозы, Александр, что скажете? Александр, я ставлю на то, что вы сейчас заснете. Углан! А потом проснетесь и будет нокаут. Готов! Готов! Так. Бокс! Бокс. Парни разбежались. Понеслось. Разведочка, джебчики, чик-чик-чик. Оба правши, смотри, да? Ну, нормально, классическая стойка, да, боксируют. Все, четко присели, смотри, они оба маленькие, но по привычке приседают против любого бойца. Так, кто из них маэстро, а кто Самара? Так, ты уже запутался, да? Справа Самара у нас. Как ни странно все. Парень в синих перчатках – это Самара, а парень в черных перчатках – это маэстро. Вот, смотри, разведочка прошла, сейчас начнут лупиться. Опущена левая рука, конечно, у Самары, но не знаю, может быть, ему так нравится. А может быть, такая форма. Но можно получить справа сразу, да, тебе кажется? Можно. И не не достаю, смотри, дистанцию сокращают. Ближе, ближний бой уже начался, нормально. Ну что, нормально, пора бы уже прощупывать, раз, два, сколько можно. Раз, два. Парни пока на ножках двигаются, смотрите. Раз, оп, правый, хлесткий удар. Зато левый снизу. Неплохой размен. Левый снизу, нормально. Что, Александр, как ваши предсказания? Ну, живенькие парни, оба хорошо двигаются, оба хорошо бьют. Получил левый сейчас по губам, так сказать. Ну, это бывает, по губежкам. Ну, а что делать? Для этого у нас капа, чтобы зубы не вылетали. Так, ну что, ну так, в принципе, молодцы. Контактненько работают, не отпускают друг друга. Зачем-то низко опускает левую руку Самара, обратите внимание. Постоянно левая рука у него опускается. Это нехватка опыта, наверное, получения с правой в голову. Обычно это из-за этого происходит. А когда ты получаешь пару раз тройку в голову в одно и то же место, думаешь, пожалуй, надо поднять руку левую. Чё-то я ее опустил, вообще расслабился. Потому что реакция очень быстрая у ребят. Конечно, 70 килограмм, очень скорость хорошая, крепкая. Могут подскочить в 2 секунды. Опа, видишь, разбить защиту и... А почему не нанес, да? Почему остановился? Почему остановился? Поджал канатом, конечно, и поработал. Ударить у каната. И надо было поработать. Ждет чего-то, ждет. Нормально, джебчики работают. Молодцы, опа, парни, ушел, молодцы. Хорошо. Вот, красиво, красиво. Хорошо ушел на подскоке. Молодец, маэстро, да. Отработал. Смотрите, маэстро смещается на ножках. Я вспоминаю, лучший вес мой тоже, 68 килограмм. Ой, хорошо, справа, смотрите. Я думаю, у вас тоже, да, примерно под 70 килограмм, где-то не больше. Это самый был шустрый, так вот, да, приятно работать. Ты быстрый, ох, хороший всплески слева. Да, хорошо. Попадает в область скулы носа, не разбито ничего, повезло. А могло бы сейчас разлететься, там все в хлам. Ну, это вряд ли. Ну, почему? С одного удара нос летит. Слушай, хорошо работает, молодцы, мне нравится. Да, технично. Оба на центре. Идет, так сказать, не уступает, да, позиция, да, да, ни да, один, да. Идет ни второй. Такая разведочка, бой абсолютно как бы ровный. Молодцы! Маэстро чаще атакует прямым право. Чуть-чуть Самара подустал в корпус, хорошо. Смотрите, право. Сбить дыхание очень важно.
Стоп! Стоп, молодцы, молодцы. Красивый раунд, техничный. Давайте шумы громче, громче, громче. Парни. Вот это хороший бой с хорошей разведкой. Все четко отработано, каждый знает, что делать. Похожи парни даже по своей манере и по габаритам. Мне кажется, они даже стояли друг с другом и немножко боксировали. Они друг друга знают, конечно. Смотри, они аккуратненько, выемеренно все делают, потому что знают, что можно словить отсюда и отсюда. Получается, что оба на дистанции на определенной. Но сейчас во втором раунде, я думаю, они покажут себя. Возможно. А может, в третьем? Не знаю, вангую второй раунд. Я напоминаю, что маэстро красный угол Самара. Секунданты, зарез! Хорошо, маэстро отработал по корпусу в конце, очень это правильно, сбить дыхание. Но лучше это делать в начале, конечно. Если он сейчас так же сделает в начале второго раунда, то дыхание собьет, и уже тогда будет как-то попроще ему работать. И вот второй раунд. Парни опять на центре ринга. Левая рука опущена, смотри, а правая сейчас мог пропустить. И уже начинаются более жесткие удары. Левая опущена, правая опять получает, смотри. Вот не учит человека, да, смотри, не учит. Все равно хочет левую снизу кидать. А зачем кидать левую снизу, не знаешь? Может быть, это замануха. Замануха. Приучает соперника к тому, что рука опущена и вызывает на удар справа. Так, а сам хочет его поймать на этом. Хорошо очень двигается маэстро, молодец. Очень прямо четко. Назад, вперед, челночок работает. Видно, что он, так сказать, его вес, и он сейчас очень его чувствует хорошо. Да, очень хорошо переносит вес ноги на ногу. Право прошел удар чуть-чуть по животу. Чуть-чуть пониже ударил. А, ниже пояса делает замечание чуть-чуть рефери. Чуть-чуть пониже, да. Нормально? Готовы? Бокс! Не отбил ничего, все хорошо. Бывает, ничего не сделать. Раз, отлично, ага. Справа попадает. Прилетело. Хорошо уходит, молодец, Самара. Да, парни работают ноздря в ноздрю, что называется, обратите внимание. Есть, хороший с правой. Ага, пошел размен. Еще получает, Самара тоже врубает скорость. Маэстро тоже молодец. Да, слушай, настоящий маэстро, молодец. Здорово. Удар вроде получает, да, но при этом как бы не теряет концентрацию вообще. Все равно продолжает атаковать. Есть! Хорошо. Хороший справа удара в корпус. Опять по корпусу справа. Вот надо работать по корпусу. Сбить дыхание надо. Обязательно сбить дыхание. Иначе ничего не получится. Потому что очень скоростные ребята. Очень, ну, тяжело все время быть против противника на полном, так сказать, ходу. Правильно? Конечно. Они дать ли по печени, чтобы поменьше бегал? Тоже верно. Заткнуть, так сказать, клапан хода воздуха. Ну, забить воздушный фильтр. Сбить дыхание и дальше добивать потихоньку. Потому что справа он неплохо попадает по корпусу, неплохо было бы ударить и слева еще очень по печени. Хорошо, начинает с корпуса в голову. Да, переводит работу. Разнообразная такая работа идет, смотрите. Хороший интересно размен. Работают парни, нет пустых ударов. Очень мало ударов, которые не доходят от цели. Слушай, Саша, а что не будет, то радость прям какая-то. Обратите внимание, чувствуют они дистанцию. Стоп! Хорошо, молодцы. Второй раунд. Молодцы. Здорово. Ну и, наверное, бой практически равный получается. Парни реально отрабатывают как положено, все делают четко. Слава и правила даже не вмешиваются. Очень чисто, чисто дерутся. Чистый бой. Очень мало замечаний, прям никуда не идут головой вперед. Молодцы, берегут себя, соперника. Я напоминаю вам о том, что остался еще один раунд. Поэтому прямо сейчас спортсмены нуждаются в вашей поддержке! Что, маэстро, так сказать, уронили капу. Его заговаривает секундант и засовывает капу обратно. Сейчас будем смотреть третий раунд этого поединка. Ладно, нормально, рабочий момент, никуда не деться. Финальный третий раунд. Готовы? Бокс! Давайте, парни, молодцы! Ну что же, посмотрим, кто из них у кого вырвет победу. Реально, но молодцы, хорошо работают. Чик-чик-чик, обмен ударами. Градус надо повышать, так сказать. Непонятно, кто больше наполучал. Судьям виднее, судьи считают ага, очки. Ага, смотри, как здорово провалил маэстро своего провалил оппонента. И хорошо напал сразу, да? Да, забей. И опять парни снова на центре ринга. Да, очень равный бой. Тык-тык-тык. Все, по защите пока. Есть. Очень сложно кому-то отдать преимущество. Смотри, смотрит в глаза, как бешеные тигры. Да, здесь пора бы уже немножко и обострять, потому что маэстро, смотри, переходит бой во второй номер, финишу. Хитрит, пытается на отходе поймать. Есть, хороший. Ага. Хороший правый. А все почему, Саша, опять, почему попадает правый? Да потому что левой руки я не вижу пока. Самара нет левой руки, да, около подбородка. Это зачем очень, оно так низко это очень опускает? Плохо, да. Вот так вот, работает четко. Ну, молодцы все равно, молодцы. Хорошо, опять в корпус. Удар по корпусу, уже слева. В корпус надо, вот, хорошо. Так, отходит маэстро от канатов. Снова на центре.
Хороший бой, такой техничный, приятный. Смотри, хорошо молодцы. Двигаются на ногах, очень хорошо четко уходят. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. То, что надо. Их весовая категория это подразумевает. Вот здорово, вот хороший раз. А вот сейчас начинает немножко добивать. По корпусу, смотри, по корпусу, еще. Опять еще. Голова справа. Почему поплыл, же Самара поплыл кидает чуть-чуть, ну потому что тяжело, Маэстро, я думаю, тяжело. Серийный, по серийне поработать. Он пытается ударить все время правой одиночным ударом. Вы смотрите, опять правый сразу полетел в атаку. Ну да, разведывательный левый. Конечно, такой, надо спрятать удар в серии. А что делать, Саша? Усталость уже, третий раунд как-никак. Так, клинч. Парни-то не суперпрофессионалы. Они же пришли, так сказать, ну, и научились тому, что сейчас показывают нам. Попробуй свои силы. Конечно. И показать нам свой класс. Молодцы. Все равно очень хорошо. Здорово, молодцы. Здорово. Молодцы. Как-то быстро раунд пролетел. Ого. Да, красивый бой. Очень красивый, техничный, корректный. Больше наполучал. Больше, так сказать, пропущенных ударов. Под конец так вообще, да, Самара немножко сдал позиции. Ну, боковым студиям, конечно, виднее. Это они будут оценивать. Не, ну молодцы, бой понравился. Мне реально молодцы. Отработали на пятерочку. Как бы вообще даже вопросов к ребятам нет. На середину! Никаких завальных движений, да, все четко, скорость, точность, работа именно вот по цели. Не просто работа на «эх, я попаду сейчас, размахнусь». Итак, дорогие друзья, по итогам трех раундов побеждает боец красного угла «Маэстро». Молодец, реально. Победа, да. «Маэстро». «Маэстро» отработал, додержал. Люди увидели больше результативных ударов в его исполнении. Реально додержал, молодец. Итак, победу забрал. Хотя на самом деле бой был достаточно очень близко шли парни друг к другу. Выкладываем в Инстаграм. И круто. Уже сейчас, в данный момент, организаторы просматривают результаты, ваши выложенные фото и видео. Тот, кто наберет большее количество лайков, получит бесплатный месяц обучения в одной из школ организаторов. Это Fight Fabrica и школа...